Вас подведем или контроллер? Сейчас, минутку, дверь открою. А, подожди, мне еще шмот же переодеть надо. Две минуты. У нас есть Кирс, контролят, наверное. А почему АДК нету? Че, Никитос не дает? У нас нет в гильдии АДК, Неликс, ты че? У нас АДК нету в гильдии. Да, у нас есть АДК, вот. Но у него нет, он ходит. АДК, нужна этот, плюс 20 там. Хорошо. У меня есть, Анхоли АДК. Это надо шептать. Который 16 тысяч дает. Ты что ли? Так, что тут? Винта есть, МК нету. А что кто? Коват на бойсе? Ребят, все просто. Коват первый. Я порядок белый. Ой. Кулак дайте по этому, по дарту. А он кто? Все, вс на позиционку. Подожди, вывалил. Этот. Тихо, чернтроль. А, гриб. Че там? Элбрила нету или что? Хп что-то 30 тысяч всего. Че у тебя с всю камеру? Сейчас перекину. Пробафали всех. Да, вроде все бафы есть. Чернтроль, гриб по дальнему кругу. Локи, Делорус по ближнему кругу. Медведь офисся в этом. Офисься в рейде и все. Даю проверку. Все тихо. Нормально. Больше, блядь. Больше собираемся, чем мы. Элбрил, готов? Все, все готовы. Давайте, погнали. Подавай счет. Блядь, да? Ждите, короче. Давай, ждем. Минуту ждем. Я скажу, когда. Не-не-не. Все, Да. Пиздец. Похер, забей. Все бурсты надо быть на этот. На вторую фазу. После релога этот атмокрас почему-то изменяется. Уже любого он не было. Все, тихо. Бейте босса, домашний. Мопчики появляются, дальний Близзард, ближайших сливаем. Проводи не... А, стоп, два пускай доходит, проводи. Да не в контроле. Все, пускай доходит. Два дошли. Мирал, что за... Раз, два, три, кто диспелит, проклятие. Дженен диспелит. Пробежали. Генерал, выключи эту хуйню. Какую? А, ладно, пускай будет плохо. Погоди, а какой хер? Собирай. Бейте, бейте, босс, активнее. Так. Прибежали. Ты про объявление рейда или чё? Тихо. Мобы, пускай три доходят. Да, дальних контроль. Проводи немножко. Все нормально. Пускай идет этот. Звездочку отпустите. Ладно, пропуск этот. Проводи, проводи, проводи. Всякость. Зыбка была тоже.
Каст, каст. Побежали. Все, три пускаются идут, трусы тоже пускаются. Собрал. Просиливаем. Взорвались, все, заебись, типа. Три, ладно, хер с ним, типа. Хорошо, пробежи это. Сейчас перья будут. Отпустите с контроля еще одного. Пускайте, да, пускай. Да, пускай, да, прибежали. И что это, милики? Пускай доходит. Ковато просиливается. Дал бланжете. Полтос прожал, зубы дали и длань дали. Клёво. Так. И крылья. Ас, тихо. Так и должно быть. Максимум сейвов, максимум выживаемости. Моба. Один взорвался, два пускай доходят. Баны. Проводи немножко. Пускай спадут эти стаки. Монород, можно иду? Два пускай доходят. Проводи, сейчас каст пойдет. Массакр все. Все, нормально. Бейте, босс. Каст пошел. Перебежали. Прохиливаем. Намажем. Пускай доходит одного бан. Чтобы меньше урона было. Ну ладно. Босс активный. Каст. Забежали. Опять фон забер. Заебись, одного взорвали, второй подходит, взорвали, отвели немножко. Все нормально. Остальные там пускай потиху доходят. Кого-то хилим. Правда тебе. Нормально, нормально, сейчас. Сиди и хуярим. Много. Каст. Прибежали. Все, просто допиваем, быстрее переводим. Переводим быстрее, активнее. Да надо, чтобы второй раз не кастовал. Не веди, пускай стоит на месте. Бейте босса. Бежать далеко, но... Нормально, добежим. Все, побежали. Лучше вести в такие моменты, потому что бежать долго очень. Это неправильно. Все уже вон поднялись. Нормально. Барыга упадет, скорее всего, возможно. Хуёво ему. Не должен. Даже барыга добежал уже. Остались все вместе там. Милики уже начинают бить. Дали геру. Вы досместились хилить? Давай. Смотрите за что. Вы до слабый стоп-каст. Ты. Сейчас скажу. Стоим. Перебежали. Сейчас перебежали.
У нас будет один. Контроль мобов. Дальних контроль, ближайший пускай доходит. У нас один. У вас там пускай тоже доходит. Отпустите его. Одного отпустить, одного звездочку отпустить. Крик. Точнее, встали. Еще одного отпустить. У нас идет. Перья. Не контролировали. Крик. Побежали. Чужие контроли. Побежали быстрее. Все нормально, красавчики. Дальше, дамажим. Крик. Нашего отпустите на крик. Жене на стаке снимите. Перья, смотрите. Уходите, перебежали. Перебежали. Под босса смещайте. Больше ДПС. Все, мобы появились. Контроли мобов, побежали на вторую. По очереди запускаем. Дальник. Импрузил. Ну, запускай, заходит. Прохиливаем рейд. Зип куда? Куда? Крик. Тихо, все кучно стали, прохиливаем. Кучно РДД, милики уже бьем. Войда супка. Забрал у тебя. Притяни одного, притяни. Крик. Перья. Побежали. Меня прохиливаем. Тут кого? Так, два моба сейчас зайдут. Крик. Это мне очень плохо. Че это было? Да спирим, блядь, хуёво перебежали. Нас умерли. У нас мосса контролит, когда не нужно. Когда нужно, он доходит. Перья. Бьём дальше. Перья, перебежали. Там хилов нету, Лёха. Да ты и с лужами слакаешь, блин. Дисплея нету. Вот, три заморозили, сейчас дальше хилим. Массакру дал, два слили, одного застанет. Все. Сейчас пропадет три стака, еще два зайдут. Все, пускай заходят два еще. Вот, два зашли, типа, стопнуть. Вот это надо стопнуть. Примор 4. Нормально оно все делается, блядь. С перьями не тупите, блядь. И там на последней платформе я ж попросил, анонсите, если у вас есть ебучий моб, блядь, чтобы я понимал. Так он постоянно его контролит в корнях. Он постоянно в корнях стоит. Я не знаю, зачем постоянно его держать в корнях. Надо его взрывать. Да, блядь. Ты понимаешь, что вот надо его взрывать, он пойдет, взорвется, и у вас два взорвутся, это уже три. Да нет, ну смотреть, просто да. Можно дать тучку, это несколько секунд. Рел говорит, взрывайте, тучка вот эта проходит, вихрь друидовский, и в принципе нормально. Зачем постоянно давать корни, я не понимаю. Лужа так разливается, что потом не вернуться бить, блядь, мобов, ну, моба бить. Вы говорите мне, анонсите последнюю платформу, блядь, есть у вас ебучие мобы или нет, чтобы я понимал, нам подпускать мобов или нет. Так мы же тебе сказали, у нас есть моб, но у нас он, блядь, больше минуты стоял тупо в корнях. Так, блядь, уже всех мобов взорвали ебучих. Может, он, блядь, дальше в корнях стоит, понимаешь, суть ТВ. Может быть, его так вообще... Так оно хуя, блядь, контролите. Может быть, дальние, где там хилы эти стоят, может, их вообще не контролите, если у них один моб? А ваших в рейде контролить, чтобы мы сразу видели, ну, что у нас взорвался. Могут быть и три. У нас могут быть и три. Ну, вот надо... Короче, ставлю на простую метку на второй фазе. Ставлю на простую. Дам тебе ассиста, блядь. Сейчас, если даже снимется. Типа, сам поставишь на себя метку. Все бегают, блядь, с простой. Все полностью, блядь, РДД, сука, бегают за ебаной меткой, блядь. Если вы не можете, блядь, нормально, сука, стоять в одном фрейме, блядь, бегайте за ебаной меткой. Почему, блядь, вы разделяетесь постоянно? Хуй пойми, где кто стоит. Все хилы, РДД, блядь, все находятся в одной ебучей метке. Там такая фишка, Лёха, что если они будут за ним бежать, будет паровозик. Если в передних не успел, их проблема, останонится. Блядь.
каз, блядь, анонсит. Бегу, чтобы наверняка они в луже не остались под печенью. Вот у вас каз, блядь, заканчивается. Значит, в этот момент надо перебегать. Все да, просто. Да, надо, блядь, в движении находиться, это самое главное. Ну почему-то на первом мобе... Когда Кроэт сказал, бежим, и что-то люди встали и тупили. Баф раздавайте. Лапа, Крис. Йена, блядь, сейчас уже... Сколько времени, блядь? Ты во сколько говорил? Будет? Такс. Никитос, почему ты... Никитос, почему ты, блядь, постоянно забегаешь хуй пойми куда? Почему, блядь, половина того, с чего ты, блядь, можешь нанести урона, тебя теряется? Почему ты бежишь, блядь, через первую ебучую платформу? Короче, босса, когда перифаза, нужно подвести вот где тут рыба стоит примерно, чтобы люди и туда бежали, и туда, чтобы ближе было им. А там мы стояли, ну это дохуя реально времени, это секунды, это дохуя так, времени. Так, 20 китос на замену, Янури. Шкаф, Сумон. Шкаф. Шкаф, шкаф. Яна, ты сам. Давай вот красавчик. И с МК, и со шкафом. По таймингам у нас все идеально. Гена у селки в хп вкинул. Рыбка, Гена, где премиум хотя бы? Нету. Что по Йене? Релогается, может, за премиумом? Он написал, же будет пока. Короче, Сумонти, блядь, резиста. Когда он, блядь, врубится. Резиста, Сумонти, баф. Раз. Резист тупо туннель босса, херачишь босса, блядь, и вся контроля не надо. Только на второй фазе, если где-то что-то не законтроливается, помогаешь. Смотри, а вот ты меня сменил, мне бежать менять следующего танка или как? Там можешь их вообще не менять, работай в рейде, потому что там два паладина стоят. Работай по рейду, где-то замедляй мобы, где-то, блядь, притягивай. Работай по рейду. Даю проверку. Адмирал готов? Да. Все готовы, поехали. Локи. Локи с Делорусом 4 дебафа. Из лужи. А серьёз? Мозер 3. Ничего, с мобом буду взрываться, будет печально, по 2 моба. Может, купол дать им? Каст. Прибежал. Кадлор это бланки. Проводи.
Уже нормально. Все, я тут еще два допускаются. Пускай вот эти идут. Налог перебаньте. Проводи. Ну вот и Локи. Ложитесь. Нахуя его бан отпустили, да? Нахуя вы сняли бан без вообще команды? Ложитесь, ложитесь. Нет. Ребят, если заходят 4 моба, не ждите команду, и что вам РЛ скажет перебаньте. Перебаньте своего, лучше чуть-чуть меньше в эту секунду зайдет. Додумывайте. Видели же, что идет много. Блять, даже если вы забаните двоих сразу, похуй, зайдет бан. Ну и заебись, типа. Ой, блять, этот тяжесть в том, что вот лужа появилась, она через секунду сразу вот этот стак вешает. Ладно, лужа там. У радиус вот этой хуйни 6 метров всего. То есть один прыжок ты делаешь, ты уже, считай, свейдил весь урон. Но нужно, чтобы это условие было, это нужно выпрыгивать из одного пера. А если у тебя вперед, и ты паровозик, и ты в центре этого паровозика, если ты бежишь, блядь, прыгаешь, ну хоть ты запрыгайся, ты запрыгнешь в ебаное перо, ты словишь дамаг. А если там 2-3 пера летит, да еще ты 2-3 стака накопился уже, это минус тела, блядь, сейчас это все видели. Паровозиком бегать вообще не варик. Потому что 2-3 пера, нахуй, убивают человека. Там 3 секунды летят перья, блять, от босса на второй фазе. 4 ада. Да, на боссе на второй фазе 3 секунды летят. Это они на второй секунды летят. Хуёво бегают, значит хуёво бегают. Молодец, прожмите. Натрал впереди рейда, вот и все. Не жалейте мастрес, дайте мастрес, блядь. Надо из одной метки. Там КД на мастрес. У меня нету КД на мастрес. Почему вы говорите? Монород есть, Драгон есть, Мозер есть. Да хоть у тебя есть КД. Сейчас уже КД. Сейчас уже есть. Интереснулся. Бафа. Ну, если нет на тебе КД, есть на тебе КД, как это? Подчинитесь. Ставлю опять рыбу. Поставил. Блять, вам просто надо жить на второй фазе, блять, на первой фазе. Вам там не надо неимоверно каких-то, блядь, знаний, умений и тому подобное. Просто, блядь, жить. И наносить урон. Баф. Заслакали. Ватик, Элбрил, Мозер, Драгонс. А чё, 5 танков? Чего 5? 4. На раскате. Мозер, Драгонс, готово? Еще раз даю проверку. А, все понял. Ника, перебунт. Феликс еще больше меня паникер. Вот я вижу 5 танков, нифига себе, думаю, что за хрень. Давай отчет. Пиздец, у меня пока мозги ебёт. Сори. Как? На спол. Каст. О, летать начал. Забрал.
оба контроля. Один зашел, второй заходит. Все нормально. Впали дебаф. Пускай те, которые движутся, пускай идут. Пускайте трусы. Ромбик не говорил, опускайте. Там, там. Много. Проведи. Забираю. Блять, ты диспелишь 3 хила уже, 5 секунд стоит. Отказ. Ты что там, спишь что ли? Я до сих пор. Ягодного диспел, блядь. Как будто уснул. Проводи. Активнее играем. Все нормально. Похил, чем он тролли. Раз. Костя, да хуя урона получил, блин. Почему тролль тоже до хуя урона получил? Набрал. Босс активный. Моба контролем. Отводи после этого. Иди. Наверняка. Давай еще. Нормально. Собирай. Активнее. Ближний пускай доходит, дальний контроль. Проводи немножко. Все нормально. Рип где? Дрочи там, блядь, вылетел. Сдох. Ну, собрал. Что-то дохуя идет. Всех нельзя морозить. Очень много идет. Я застанил одного. Прохиливайте. Локи. Гриб здесь. Бьем очень долго. Три активнее. Берса еще полторы минуты. Я понимаю, он долго. Ну да, мы не забрал. Так.
Раз. Приводить босса надо уже, блядь. Чё с ДПСом, блядь, ребята? Пирс, блядь, чё с прибежкой? Ну, сейчас эти хлопаем, да переведём. Минута есть у нас. Давайте, бейте. Уже 2 ДД. Мобов-то отпустите, блядь. Локи, вы видите, что 2 моба осталось, можно отпускать. Ага. Персонаж не пройдет. 9, смотри. Вылупить. Надо взрывать. Стопайте урон по боссу. В любом случае. Тут переходка хорошая. Копаем. Что, бить или нет? 10 секунд, 10-15. Берса надо. Через 10 секунд берса. Перебежали последний раз, переводите. Бейте. Дал мне зыбку на рейд. Пошли. Забаньте там. Видишь, вот видишь, провел тут, провел пол круга и бежать до хуя далеко. Надо было 20 секунд дается, успеем. Алина, быстрее, там время. Я не успею. Дынчик, баба у нас. Еще одна секунда, успей. А стоп, а это кто? Давайте. Блядь, бабл спасает всегда с жопы. Метку все в луну. Че вы там рассосались? Милики под боссом стоят. РДД в луну. Забить. Название читаем? Уставы. Войны слабы. Рассеянный страйк. Все, понял. Он не меняется? Да. Бейте. Бурш. Бурстите. Перья. Бой да хильт. Заноньте, когда перебегаете. У вас есть там что? Один. Пускай ваш идет, наших всех контролим. Обратно в угол или стоим на месте? Наших контролим, говорю, блядь. Нас довели и все. Три. Что это? Я прохил. А, это 4 моба? Ясно. Прохился рейд, блядь. Ну чё вы, меня там сбрило. Побежали. 4 моба зашло, я не знаю, что вы. Я говорю, наших всех контролем, блядь, 0 реакции. Да я вижу, ложите. А какого? Гриб, иди нахер с рейда, потому что я, блядь, уже не могу это. Честно. Пизду. Тут даже диспейли сейчас нечего было. Понимаешь, я вот увидел на себе 4 стаки сверхновые. Я как... Только один пул может нормально находиться. Или чини свой компьютер, блядь, не знаю. Что хочешь делай вообще? И клип это вообще пиздец. Улетает пока, да? Заходишь вместо гриба. Так понимаю, свой. Да. Минутку бьем. Невозможно уже. Чё с ДПСом на первой фазе? Кто там последняя позиция по ДПСу? Назовите. Жужик 6, Гриб 11, Чернотролль 12. Ну, Жужик диспелит. Ну, а Гриб с Чернотроллем, чё вы, блядь, ДПС вообще не давали? Гриб относительно 7 лямов дал по боссу, нормально. Блядь, ну Гриб, ладно, вылетел. Чернотролль, вы в чём проблема ДПС по боссу? 15 тысяч, блядь, должны держать спокойно вообще. Давай я буду по ДПС чуть-чуть. А то устал сидеть за меня. Не релогнуться нужно. А хуй знает, там за Редвика можно спокойно за 20 давать на первый. Вообще не напрягает. Это пиздец. За кого можно 20 давать? На первой фазе за Редвика не напрягаясь можно давать.
Да, да, правильно. Ты не напрягаешь, можешь давать, если у тебя бишмот почти. Ну так я ж не. Не бишмотовые тут. Так-то нет. Да у всех. Да, есть такие. Я не до конца одет, например, вот пара этих. Одна-две шмотки, это все равно это. Ну какие смотришь шмотки еще? Давай не нагнетай, я сейчас про ебаный грудак тыкай буду рассказывать. Вот, перья, перья, потом кричишь, перебежали. Ну, ну, блядь, я короче блядь, подставлю голосом, я понял. А все даже стоят и ждут, блядь, с анонса перебегать. Все, а я поставлю голосом. А как Милик может, блядь, разливать под уголь перо? Это же вообще ебанутым надо быть. Так что получается, чернотролль в рейде? А или ты поменял его? Рип зарит. Да только от него, если он вылетает, блядь, с него. Чернотролль, говорю, он ушел. Чернотролль едет, а что? Ну, силки перекидывают. Кто дрочит там с Миликов-то? Зачем под уголь и лужу наливать? Как они бить-то будут? Все, кто зашли новенькие, усилки до 40 тысяч сбивайте, хп. Я надел усилки в хп. Да, я вчера что-то забыл. А призмел где? Вообще алхимка должна спасти. Ты дамажишь, плюс, если что, подконтроливаешь. Ну, в основном ты дамажишь. Чё там? Девка, ты где? Ну, тыкните. Сопроты обновите. Сколько? 40? Нет, сопроты хочу. Какой сопрот? Кто сопрот продаст недорого? Чего? Давай. Я так дам, подойди. У меня есть рыба. Где Фарада, кстати? А? Тоже вчера говорил, будет. Баф. Как будто родители должны были приехать. Крикните на хп. Нет. А, вары. Сейчас баф. Крикну. Бес. Да, бес он есть. Крикнул. Делора здесь. Чернотролль. Где Чернотролль? Там. Дали. Что он там делает? Он писал, усилки скидывает, перекидывает. Сумоньте его. Там разница между Локи и Чернотроллем слегка. Тыкни. Ну где он? Чернотролль здесь вообще нет? Где? Так, смотри. Вовнутрь. Его нет. Печально. Гриб здесь? Нет, пизду. Пизду нет. Лучше бы не знаю кого-то другого. Там по ударам хотел побить. Ну, он пускай милика возьму, окей. Еще один милик, больше ДПС будет на первой фазе. И на второй. Ой, блядь, пизду. Поехали. Сумоньте его и погнали. Нормальная пати. Больше холодильника. А есть рыба? Нет рыбы, ничего. Да, рыба ему. Бафа. Мосса.
Талдаран. Все готово. Погнали. Давай, чё. Лизард по дальним. Нормально. Локи. Стоишь, блядь, по 5 секунд. Здравия. Я замедло, по-моему. Сейчас вижу, нормально. Пускай идут. Хилось. Кост. Побежали. Шумная надо. Поднимаю. Потому что кто-то перебегает секунды на 3 раньше. Бафа, тихо. По боссу бьем. Мобы. Два лока банят, все остальные заходят. Води немножко, все, пускайте баны. Эти корни дают. Красный. Забираю. Лайфхак. С миликами побегаешь, но доставать будешь весь рейд, если тебе хуёво достается. Прием. Моба. Все, заебись. Два, ждем. Отводи. Много. Заметь. Спали, стоп. Все, пускай идут. Те, кто в банах стоят, пускай стоят.
Поди. Фунда. Что за игра? Да. Блоки. Серьезно, чё сдал, блядь? Ну, первый упал. Чё, он не перебежал, блядь, или что вообще? Или в перо забежал. Как вы, блядь, бежите вообще? Жнен, поднимай, блядь. Можете не дохнуть, блядь. Бегать, перебегать, блядь. Он сидит любучим костом. Перебежали, вот сейчас, блядь, перебежали. Убегайте у Мильки на внешнюю, там их не ТТДшник. Тролли, замедляем, проводи. Сейф, 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 дай. Был сейф, дай. Одного стан там, блядь, законтролить. Все могут доходить. Три. Раз. Хильц. Мирал. Приспал. Блядь, ну вы можете перебегать нормально на косте, блядь. Кирса, блядь, поднимай ему народ. Хотя не, Моса поднимай, наверное, лучше Моса поднимай. Он поднял уже. Ну, блядь. Каст. Это вторые стопнули ДПС. Да, вторые. Стопнули ДПС. 30 секунд есть доход. Мобов сливаем, потом это. 5 мобов. Персо скоро. На кухню, давай. Хил за Нуэна. Инту, Кристоба. Видите, бот. Блять, вы серьезно? Подождите, пистолос. Я не могу больше. Зачем вы юзаете эту триньку? У меня все в поглощении идет. Просто хп даже не поднять. Ложите. Зачем, ребята? Не бегите никуда, ложитесь. Уберите, блядь, этот тринкет, ебучая. Сколько где можно, блядь? Ведь бой терпела это. Ты посмотри, у кого тринкет, блядь, скажи. Голи пала. Да просто, блядь, не юзайте его и все. Можно же в личку заранее человеку написать, нахуй до конца терпеть, а потом орать. Блять, почему? Почему вы, сука, не можете перебежать? В чем ваша, блядь, сложность? Лёх, там не сложность, там один человек начинает бежать за 2,5 секунды раньше. У меня ники отключены, я не вижу. Ну так, блядь, найди мне этого человека, кто бежит. Хорошо, сейчас ники врублю, буду смотреть, кто перебегает раньше. Ну, вы скажите мне, кто этот человек, я его кикну, блядь, с рейда, кикну с Едзи, блядь, просто. Я же сотню тысяч раз говорил, ребята, паровозиком не получится здесь. Потому что вероятность того, что, блядь, в переднего человека в паровозике кто бежит, прилетит перо, тот, кто в середине и сзади паровозика, нахуй, в перо это как раз забежит, блядь. Вы же это не сможете отследить. Последняя позиция по ДПС в какие? Жена. Анкил, резист. Подыра. Резист в чем с ДПС? Ты, блядь, не контроллер. Че, проблема ДПС дать? Луч какой там. Ну это 13 тысяч. Анкила 12,5. Подыран 13,800. Ну, Жунуэн он диспелил. Ну, диспел, честно сказать, я хуй знает, что он там делает. Но когда я начал считать 5 секунд, насчитал, что, блядь, видать, он просто не централизуется, он эту хуйню не знает. Поставил, да. Или он видит, так, что не достает, и не диспелит, хуй забивает вообще. Пока ему не скажет, блядь. Короче, курите минут 15, блядь. 10 минут курить. Пойду, блядь, отдохну. То, блядь, я уже это не могу, блядь, смотреть. Просто, блядь. Не, Лёха, я тогда спать пойду, потому что поздно уже. Иди сп... Так, Драгону 1500, да? Ну, то, блядь, бегает Кирс, говорит, блядь, мне постоянно ложусь за одного человека.
Ты не можешь, блядь, посмотреть человека и сказать человеку, блядь, сука, не бежи, не беги ты наперед, блядь. Лех, я в рейд 6 раз уже написал. У нас в первый раз из-за этого 2 лока словили дебафы, второй раз умер. Кто там, резист, по-моему. И третий раз и у меня такая фигня. Если чувак, ты которому ты... сказать, кто это человек, который ложит, блядь, людей, блядь? Нельзя, сложно это посмотреть. Я сейчас некий включу. У меня просто отключены, чтобы не мешались, чтобы эти лужи видно. Человек в следующий раз бы не ложил людей в рейде. Ну, он в как одет? В какой шмот по цвету? Ты можешь сказать? Да? Какой шмот? Я смотрю на стаки, проки и на босса. Я не могу смотреть ты еще и на это. Ты видишь, что тебе кто-то мешает? Это что, какой-то пит? Ты понимаешь, у меня... Камера отдалена максимально, я не смотрю на людей, которые впереди меня бегут, или да, сзади меня. Пикни в него просто мышкой и посмотри в цель, кто это, и все. Ну, хотя так и будут. Ладно, да почему, ну, почему вы обращаете внимание на это? Зачем вам вот кого-то выискивать? Лучше объясните лишний раз популярно эту хуйню, механику, как это работает. Каст доходит... Начинаете бежать. Не надо бежать в середине коста, не надо бежать в начале коста, надо бежать под конец. Вот ты понимаешь, Кирс, вот эту хуйню я бегите сначала... Бегите в бок просто, влево или вправо куда-нибудь, вот да и все. Вот эту хуйню, что ты сказал, я сначала РТ толдычу и разными способами стараюсь это все донести. Мне сейчас люди... просто встану в центр, и чтобы в меня каким бы образом, у меня было бы там секунда, еще лишние 2 секунды, чтобы отбежать в сторону. Просто сейчас в центр встану и буду там... Толку кому-то что-то говорить? Я что, что одному холипалу говорила, что второму холипалу тоже говорила. Не юзайте эту тринку, особенно когда надо резко поднять рейд. Все идет в поглот. Люди не понимают, так же, как и с лужами. Че эта тринка, она хил поглощает, что ли? Да. Да. Это... Подождите, Леха, тут... Смотри, например, у тебя 10 тысяч хп, и эта тринка на тебя висит. Тебя хилы не могут поднять, потому что поглощение идет. Куда оно поглощает? Я хочу потом, если сколько надо поглотить, что такое, это бонус будет? Она вначале отхиливает, там, отхиливает сколько-то там, и причем потом столько же у нее идет в поглот. Потом, и при этом она, если есть вторая тренька в рейде, она вешает небольшой абсорб. А там дебаф череп, да, такой, по-моему? Да. Да. На 60 секунд. На протяжении нескольких недель уже, что одному, что второму говорю, как будто не слышит. Напишите в чат, как заходить. Вы бы лучше это, юзнули, лучше лишний раз свет небес, чем, блядь. Лёша, кстати, тоже говорил это, Долоресен. Это самое, Лёха, слышишь, офнутые те, им это, на чистоте кикать среди или что, или, ну, ИП-шку. Я АФК сейчас приду. Прости, есть они или нету? Если нету, то да. Зачетный. Просто отец Никитос МЗР. Вы тут? Отец здесь. Отец здесь. До скольки будешь? МЗР это Мозер Твин. До скольки угодно. Угу. Ну шо, отца пока не кикаю. МЗР это в жрицу кикать или что? Или на кого там ИП у тебя будет? Жреца. Ладно, Никитос и зачет на чистую кикну. Войт мне тоже на чистую, надо тоже спать пойду. А тут вечерник, шторы вечерник. Угу. До скольки будешь шторы? А мы, Лёх, до скольки будем? До начала РТ вечернего или как? Да, сейчас РТ начнется скоро. Через час будет.
До убийства босса. От забора и до заката, да? Ярость обнуляет у всех агро в радиусе 45 метров. То есть, ну типа похуй, что ты делаешь, можно на Феникса смотреть, да? Он нихуя ничего на это да не пизды. Влияет. Да. Да. Я просто думал, может как-то можно не скидывать, потому что я постоянно агро лутаю. Здесь еще не крики играют роль, а знак, метка, которая повешалась. Метка вешается. я понял, как метка, да. Она постоянно, почему на меня, кстати, часто вешается, хз, почему, может, я ближе стою, чем другие. Мне кажется, есть шанс, что это поэтому по умену, то есть по урозе, на первых, наверное, 5 вешается. Ну, я так думаю, было бы логично. А так, по крикам, усталость — это фир отворачивается стопудово, слабость — это самое хуёвое, это сало в каст, если не стопанул каст, то сало 5 секунд. Рассеянность — да, это да. Дезарм. Я остальных всех разобрался, я думал над криком с яростью, думаю, может как-то агро можно не ловить хуй. Нет, там вообще, он не страшный, вся фишка, таунт просто дается, агро дальше набирается танком и все вообще до пизды. Самые хуёвые — это усталость и слабость, самые, блять, приводят к вайпу. Ну и перья выносить нахуй. Когда скилл появится, блядь, у людей. И контроль нахуй. Это пиздец. И сразу босс. Так, это ляжет. Сразу ляжет босс. Просто продуплить вот эту хуйню, что вот они, блядь, эти фениксы, эти големы, чтобы они заходили, сука, не пачкай 6 нахуй, не 4, чтобы не вайпал серейт. И все, сразу босс ляжет, блядь, сразу прям. Вся эта хуйня убьется сразу. Да хуета все. Просто играйте как команда, блять. Вы должны знать, если вы контроль не дадите, проебетесь, вайп будет. Мы этих вайпов уже дохуя видели. Это как с лужей, то же самое. Там не один человек за лужу ответственный, а все. Если вы не бежите от лужи, вы стоите в луже, нахуй. Вайп и за вас, блять. Там, то есть, в разные стороны люди бегут. В два раза скорость, больше разрыва дистанции. Тут то же самое. Даете контроль, спасаете рейд.